За баранкой рабочего автомобиля Андрей Васильев проводит 24 часа. Когда глаза слипаются, на помощь приходит кофе. Если скучно, выручает стаканчик от бодрящего напитка и карандаш. Переносить фантазию на бумагу Андрей начал еще ребенком. Где-то с 10 лет в художественную школу ходил, посещал. Вот. Потом постоянно на уроках рисовал, в институтах. Свой первый рисунок на стакане Андрей нарисовал 28 декабря. Тогда, путешествуя по страницам Инстаграма, парень узнал, что скончался его кумир – британский бас-гитарист, вокалист и основатель рок-группы Motorhead Лемми. Чуть не заплакал, это самое. Мне так захотелось Лемми нарисовать. Но я взял стакан и, короче, нарисовал его. После на бумажных фужерах стала появляться архитектура Уссурийска. Сначала Дара, потом бассейн Чайка. Для нас Андрей изображает историческое здание на Некрасова, 19. Сейчас это отдел социальной защиты населения. А в конце 19 века здесь располагалась почтово-телеграфная контора. Предпочтение, чем рисовать. Мне как бы больше удобнее рисовать простым карандашом, нежели передавать что-то в цветах. На материалы для творчества художник-любитель не скупится. В рабочей машине всегда под рукой карандаши разной толщины и мягкости, гелевые ручки и фломастеры. Особое предпочтение питает к сепии. Это сорт серо-коричневой краски карандаша. Сепия, она как уголь. То есть на бумаге, когда нарисуешь, и нечаянно, если рукой заденешь, она стирается, то есть она не впитывается в бумагу. И при этом приходится лаком наносить, чтобы рисунок держался. Ну и мне приходится с собой в машине таскать лак. Рисовать на стакане сложнее, чем на бумаге. Во-первых, основа объемная. Во-вторых, зауженная к низу. Отсюда рисунок с нарушенной перспективой. По мнению профессионалов, изъян. А вот среди пользователей интернета работа Андрея вызвала восторг. Больших обсуждений не было. Там люди заходили на страницу, писали там молодец, здорово, так держать. Я каждому спасибо, спасибо большое, спасибо огромное. Много времени такие рисунки не отнимают. Быстрый набросок можно сделать за 10-15 минут. Внедрять свои художества в массы наш герой не спешит. Говорит, работа на заказ отнимает все желание творить. Эскизами Андрея любуются только его подписчики в Инстаграме и Виктория Сарада, Игорь Антонов, Телемикс.